Еще вчера, добравшись без особых проблем с работы домой и включив телевизор, владивостокцы были откровенно удивлены информацией о том, что работа муниципального транспорта в краевом центре парализована. Однако уже сегодня утром ситуация в городе частично стала соответствовать этому сообщению. Хотя троллейбусы, трамваи и коммерческие автобусы по-прежнему ходят без перебоев, с автобусами муниципальными творится что-то непонятное. Вчера вы работали еще? Да, вчера работали. А сегодня что? А сегодня топлива нет, не выпускают на линию. Чем объясняют? А ничем. Приехал генеральный директор, ничего не сказал. Сказал, только не нравится, можете заявление на стол выходить. По информации мэрии города, причина остановки муниципальных автобусов – арест счетов мэрии, в результате которого у городских властей сегодня якобы нет возможности оплатить топливо. Сами водители автобусов мало верят такому объяснению. Ну, как мы знаем, у мэрии 67 счетов, а закрыли всего 17 счетов. Как не могут не дать топливо? Мне просто в уме не укладывается это. Только издевательство над нами да над народом. Как сообщили в подразделении судебных приставов, производивших арест счетов, эта участь постигла действительно всего лишь четвертую часть всех счетов мэрии. Остальные находятся в полном распоряжении градоначальников, так что утверждение последних об экономической блокаде города несостоятельны. От всяких комментариев по поводу этой ситуации мэрия отказывается. Представители же Краевого комитета судоходства, связи и транспорта видят причину создавшегося положения в другом.